Однако для екатеринбуржца это не единственный вид забав. Со сноубордом он экспериментирует на все лады. Да и какой русский не любит экстрим? Мы собрали для вас топ-5 зимних развлечений россиян в эти новогодние праздники. Александр Пряшкин уточняет, это уже не первый его эксперимент. Начинал экстремал с лужа-борда. На доске по лужам, следом за машиной. Затем был песка-борд, катание по пляжу. И хаски-борд. Вместо коня две собаки. В будущем экстремал хочет попробовать еще ковши-борд. Для этого веревку планирует закрепить на экскаваторе. Сейчас Александр ищет технику. А вот москвичи этой зимой сели на велосипеды. Жители столицы России не напугали 30-градусные морозы, и на своих двухколесных они отправились на велопробег по улицам города. В пуховиках, варежках и шапках-ушанках более 500 человек преодолели дистанцию в 14 километров. Вдоль набережной реки Москва до Кремля и обратно проходит такой велопробег уже во второй раз. А вот жители города Камышин в Волгоградской области предпочитают более традиционные развлечения. Они катаются на ватрушках, правда, на самодельной горе. Этот склон молодые люди обнаружили в одном из районов города и решили, что он отлично подойдет для их зимних забав. Переправиться через реку на снегоходе можно, и это доказали авторы этого ролика. Компания мужчин на снегоходах на скорости переправляется с одного берега на другой по незамерзшей реке. И по веселому смеху за кадром понятно, что экстремалам ничуть не страшно. Сегодня в Якутске потеплело, стало 42 градуса, и мы решили покататься на нашем кабриолете. А эта компания в костюмах Дедов Морозов доказала, что русские холода не боятся. В 40-градусный мороз компания молодых людей носится по улицам столицы Якутии на сафари-джипах. Не останавливает сильный мороз их и от безудержных танцев. Так молодые люди поздравили земляков с наступающим Новым годом. А если вы тоже любите развлечься с огоньком и у вас есть интересное видео, присылайте его нам. Самые забавные ролики покажем в нашем эфире.